А что, комп перезагружается или что? Да нет, просто когда я, например, что-то делаю, например, там запись видео включаю, в этот раз я ничего не делал, кажется, или что-то нажал не то опять. И у меня она просто виснет. Зря ты категорик не поехал. Так, мы сейчас направо, вы сразу же. Ложимся и прячемся в досках. А, я, наверное, я, по-моему, свернул ее или типа того, короче. Когда у меня два сводачится, она вообще висит. Хотя она вроде даже не в это время не зависает. Если у кого-то есть желание, можете на кран залезть. А где лесопилка? Вот она. Слава, а откуда они идут с... Они идут с противоположной стороны, по востоку. Я тут в деревьях полазаю. Блять. Чё? Привезли на убой, а? Едут по дороге, едет, БДР по дороге едет. Паша, отстреливай ему колеса. Едет. Он прям на меня едет. Питер, выбиваю. Где он? Едет, по дороге едет, остановился. По восточной. С другой стороны, да? Сколько убежало? Да, да, да. Там, рядом, в километре. Прячьте. Не вижу. Я понял. Сейчас буду готовиться встречать пехоту. Сидите пока в зоне, пусть захватывает. Хотя бы один человек. Трассер обратился. На юг поднимись от брёвен. А в зоне кто остался? Я стою на М-14. На юг поднимись на холм, оттуда можешь пахнуть. Да, тут стамина дико качает. Потому что у тебя что-то видно лишнее. А, вижу, бля, вон он стоит на месте. Бахай. Пока он не уехал. Здесь упаду. Он едет дальше в зону. Попал, слушай. Еще надо, только он уезжает, ну пофиг. То есть у него корпус покраснел, ну пофиг. Ой, пехота, что за движение? Где дым? Где дым? Это там пехота вражеская, да? Да. Где этот? Маша, М-14? Он по левой части, да. Но в сторону М-13 едет, Паша. Вижу. Просто... Сбил колеса. Сбил колеса. Кто подбегает? Я возле БТР. БТР свой? Кто у БТР бегал? Свой бежит? За БТРом, да, свой бежит. БТРом дальше по этой стороне, противник по левой части. А, из лагана! Пошли, по мне отработали. Ни хрена не слышу, у меня звук